Хей, йоу, гайз, с вами Шмики, мы продолжаем родить игру под названием Kung Fu Panda, и мы уже скоро, по идее, заканчиваем с вами, поэтому поехали. Вероятность еще остается Легенда у о воине драконе причудлива и полна неожиданностей. Путь воина пролегал через множество испытаний и земель, где он побеждал бесчисленное множество врагов. И хотя поговаривали, что он бредет бескрайними пустошами по следам других малоизвестных, не столь героически павших воинов, его отвага не знала пределов. И его величие тоже, и выносливость. Говорят, он был просто неудержим. Неудержимая боевая мощь непревзойденного владения кунг-фу! Кунг-фу. Даже про Сорн не помню. Помню, пустыня еще где-то была, и там битва с как раз этим. Тайна песков. Во, да, кажется, это это. С песками. А в песках там босс. Несмотря на то, что мастер кунг-фу страдал от жары, усталости и вдобавок совершенно заблудился, ничто не могло остановить нашего героя. Ой, я так вымотался. Есть охота. По-о-о! А, что? Чего? Поднимайся, воин-дракон! Пришло время тебе исполнить свое предначертание. Мастер Угвай, это правда вы? Конечно. А почему ты спрашиваешь? Ну вы так странно парите в воздухе и весь какой-то светящийся. Да? И к тому же... Эй! А где вы взяли это печенье? Да, воин-дракон, следуй своим инстинктам. Иди за печеньем. Тайны этого места откроются тебе за печеньями. Следуй за печеньями, воин-дракон. За печеньем. Миндальное печенье. Ладно, печенье, я иду к тебе. И здесь начинается... Раскрой секрет тренировочной площадки Тайлуня. Освободи 4 лунных камня. Вот здесь на этом моменте начиналось у меня подгорание. То, что я много раз слетал с вот этих покатушных мест. Такой, нафиг если надо. Если заблудишься, ориентируйся по факелам. Они выведут тебя к лунным камням. Ну ладно. Ну вот, допустим, вот на так, наподобие таких вот это лунных камней. Применяй прием панда-колобок для подъема на короткие пандусы. Затем спускаясь с них, набирай скорость, чтобы преодолевать длинные пандусы. Вот, здесь, да. Так, отсюда мне нужно... Куда? Я сам пока не знаю, да? Сейчас будем с вами кататься. Сейчас, смысл мне дальше так много качать, если... Считайте, мы скоро закончим. Хотя, это я тогда только тупил, я не... Даже диалоги не помню, что... Были... Ну как бы, диалоги были, но я не вникал в их смысл. Для меня тогда было... Вау! Это ж кунг-фу панда! Можно попрыгать, подраться... И все в таком духе. Поэтому я был просто тогда рад поиграть в игру. Так, что вы мне предлагаете? Подожди. Я могу сейчас поехать
куда и зачем. Куда я могу поехать и зачем? Хорошо, к примеру, я встану вот сюда. К примеру. А, я пойду туда. Ладно. Тогда ладно. Тогда да. Поэтому можно даже монеты уже не собирать, смысла от них. Да, если игру проходить, то только на самой высокой сложности. А, вон, оно спуски открывает. Замков? Каких замков? Не знаю, о каких замках идет речь. Мне это не касается, как говорится. Как говорится, меня это не касается. Замки. Я врубиться не могу, за какие замки идет речь. Нечестно. Это замки. Так, по факту отсюда я могу приехать. О! Фу, крыски. Крыски. Но это не то место. А, подожди. Ну, под замками еще может быть другая какая-то локация. Не обязательно ведь это, так ведь? Ты чувствуешь, когда... Я просто вношу всех с одного удара, потому что я прокачал. Ну, давайте я заберу эту. Поздравляю! Спасибо. Вум-вум-вум-вум-вум. И главное, что я это даже прокачал. Как он называется? Покатушку. Так, а теперь я вспоминаю. Вспоминаю мне сюда. О, кривые текстуры. Тихо. Кривые текстуры. В замке, это, кажется, был когда босс, когда мы выдвинули вот эту херню, когда мы поставили все. Молодец мне теперь цы до хера. Я могу просто постоянно теперь кататься. Она у меня не будет заканчиваться. Я даже не помню, что я... Я... тот момент даже читать, конечно... Не, я мог читать, но... Ого! Там есть еще факелы! Я не понимал насчет... прокачек вот этих персонажей. Что вообще они дают. Я просто во что-то играл. Так, чтобы... Да, мне нужно туда, да? Поехали. Теперь мне нужно отсюда поехать вот в ту сторону.
Из-за того, что я могу управлять, и оно вообще не влияет на то, как я туда попадаю. Я могу просто ехать. Просто ехать, и все. Сори. Так, туда попасть. Вот, да, сюда. Поздравляю! Поздравляю. Поздравляю. Можешь? Может. Тогда нормальное поздравление. Давай. Ну, поехали. Хотя я мог тут и даже и просто пройти, как я понимаю. Пробежать на своих двух. Да, упади. Упади, по. Почему бы и нет? Так. Ага. Это последний. Давай. Чуть-чуть. Наконец-то! Тайны миндального печенья будут раскрыты! Зачем ты сюда явился? Это ты! То есть, ты это он! Зачем ты явился на мою тренировочную площадку? Ох... Зачем? Я пришел за печеньем. Эй! Эй! Я в порядке! Я в порядке! Да, сейчас начнется. Я не в порядке. Уничтожь 8 замков люков. Вот это... Я не помню, как их доставать только. Ау, все, вспомнил. То есть здесь можно фармить монеты, но, блин, скоро на самом деле здесь конец. Поэтому я не вижу смысла от монет. Поехали. Скажите, вот с одной стороны я могу просто отпинать их всех, да и все. Но нет. Увы, нет. Увы, нет. Так это не работает. Готово.
Поздравляю. Так, приятель, подожди, пожалуйста, я сейчас палочку возьму. А, они одноразовые. Ну, именно враги я имею в виду. Карты, стратегически полезные вещи. Класс! С ума сойти! Наперсток Вуджи! Шедевр мастера Вуджи времен 4-й династии. Откуда он здесь? Это для тебя, воин-дракон. Это вы, мастер Угвай? Время исполнить свое предначертание. Так печенье не будет? Эй! И на этом мы заканчиваем, ребят. Потом всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, и сегодня печенья не будет. Всем пока.